По словам очевидцев, еще до приезда огнеборцев в горящем здании были слышны взрывы пиротехники. Отдельные фрагменты от фейерверков долетали до противоположной стороны улицы. Движение транспорта по Островского перекрыли наряды ГИБДД. К моменту прибытия расчетов номер сложности пожара повысили. На тушение пожара были отправлены силы и средства по вызову номер 2. По прибытию номер вызова был повышен до 2 бис. Всего в ликвидации горения принимало 60 человек личного состава и 14 единиц техники. По уточненным данным, площадь возгорания составила не 200 квадратных метров, а 40. По словам пожарных, сразу определить площадь горения было сложно из-за плотного дыма. Но тушение возгорания потребовалось 1,5 часа. В данный момент произведена локализация пожара и ликвидация открытого горения. Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливают, проводится проверка. Как говорят в региональном управлении МЧС, на это отводится до 10 дней. Андрей Григорьев, Алексей Шкляр, телевизионная служба новостей.